Экскурсионную поездку к мемориалу «Бородинское поле» организовали активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» для группы поддержки участников СВО и членов их семей, для ветеранов боевых действий и жителей военных городков Кубинки. Перед началом экскурсии они провели митинг у мемориала павшим в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло в рамках реализации партийных проектов «Военные городки» и «Историческая память».